Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Богу, слава Иисусу Христу, нашему Спасителю Господу. Братья и сестры, сегодня вот утренняя молитва здесь, в парке. Есть такие шишечки, такие старые подбираю. Очень красиво можно из них делать всякие поделки. Вот, и благодарю Бога Всемогущего за обновление, за реформацию, за действительно покаяние, исправление церкви. Вот, как священнослужитель православный, как реформатор, я благодарю Бога сегодня за служение свое, за то, что оно действительно совершается. И во многом благодаря вам, потому что действительно Бог, Он всемогущ, и Он нас, простых людей, вот использует в своем величайшем служении. Слава Богу! И мое служение как реформатора, обновленца, оно было бы невозможным, если бы не ваше участие молитвенное и финансовое. Я это прекрасно понимаю, отдаю себе отчет в этом, и фактически каждый день я молюсь, то есть каждый день либо коротко вспоминаю о вас, о всех, кто жертвует, всех, кто участвует и материально, не только на словах, не только в молитвах, но и делом участвует в моем служении Господу. Вот, сейчас я вот собираюсь, молюсь о поездке в Украину, уже на днях, уже сейчас в таком в трепетном волнении таком духовном, и молю Бога Всемогущего о пробуждении духовном Украины и России, и Беларуси, и других стран мира. Вот, и за нашу Киевскую архиепископию в первую очередь молюсь, конечно, всегда-всегда, где бы я ни был бы. Вот, и за вас, друзья. И еще в конце прошлого года у меня было такое, ну, можно сказать, откровение, на самом деле, потому что это действительно открылось. Знаете, когда открывается, то открывается. Откровение о том, что понимание вдруг, такое четкое такое осознание, что это блаженно осознавать не только нашу зависимость от всемогущего Бога, да, полную зависимость от всемогущего Бога, но и зависимость нашего друг от друга. Есть, оказывается, и такая зависимость. Я как бы понимал умом где-то об этом, но вот как откровение только в прошлом году, и это вот оно такое пришло в мою жизнь. Есть блаженная зависимость наша друг от друга, как, знаете ли, частей тела одного, как клеточек организма одного. Если бы клеточки перестали бы взаимодействовать друг с другом, ну что, это трагедия, это проблема, это болезнь, это смерть, по сути, все, уничтожение. И тело Христа, оно именно сильно, вот, во-первых, своей полной зависимостью от Создателя нашего, да, от нашего Господа Иисуса Христа, от Духа Святаго. Вот, но второе, чем сильна Церковь, это взаимоскрепляющими этими связями. Это потрясающе. Мы молимся друг о друге, помним друг о друге, молимся, вспоминаем в молитве друг о друге, переживаем друг за друга, и это блаженно на самом деле. Слава Богу. Я каждый день получаю сообщения, значит, и по Viber, и, значит, WhatsApp, в социальных сетях, на Фейсбуке, Одноклассниках, ВКонтакте, значит, Mail.ru, там еще где-то. То есть, ну да, вот эти основные, которые проверяю я, стараюсь каждый день, особенно Facebook, проверяю, потому что там у меня огромное количество друзей, именно верных, именно святых и верных, служителей, христиан разной конфессии, баптисты, харизматы, пятидесятники, адвентисты, католиков масса, православных, много-много, методисты, лютеране, кальвинисты, много-много очень разных верующих и неверующих разных людей, но таких вот набайдужных, как бы это, неравнодушных таких, вот именно таких вот, таких ищущих, открытых, слава Господу. Вот, и молюсь одним словом сейчас за вас и благословляю вас во имя Господа Иисуса Христа. И призываю вас также поддержать меня в молитве об этой поездке, за эту поездку в Украину. Вот, и сейчас я в Туле, в этом парке, на утренней молитве. А еду в Киев к нам, в нашу Киевскую архиепископию. Вот, и собираюсь, даст Боже, послужить не только в Киеве у нас, но и в других городах, вот, селах, в частности, вот, Черкасской области, да,
вот собираюсь быть в селах, там потрудиться в Звенигородке там и других там местах. Слава Богу. Вот там я был вместе с отцом еще покойным уже Алексеем нашим, нашим Гущиным, да, Алексеем Прошак. А, кстати, да, с нашим с отцом Алексеем Прошак, может быть, с Богачиным получится в этот раз поехать. Молюсь об этом, одним словом, молюсь. Он сам, кстати, родом с Черкасской области, поэтому было бы интереснее как раз с ним побывать там теперь в этот раз. Во Львове, конечно, да, у Кифа привет, всем святым привет, слава Богу. Вот в Одессе жемчужина у Бога, у моря, у Бога. Вот. Вот хочу напомнить, что в Украине можно финансово участвовать в моем служении, пополняя номер мобильного телефона Киевстар. 096, запишите себе на всякий случай. Даже если вы не в Украине сами, но если у вас друзья в Украине, родственники, которые могли бы и хотели бы участвовать в моем служении также посильно, значит, то запишите этот номер и передайте им обязательно. 096 96, еще раз, 2 66 75. Повторяю еще раз: 096 96 2 66 75. Вот. А здесь в России, кстати, номер МТС запишите тоже. В России можно пополнять номер МТС 915-780-48-74. Еще раз повторяю, 915-780-48-74. Вот этот номер, вот эти два номера основных таких. Вот как-то так. Ну, а другие варианты, как можете участвовать, там Яндекс деньги, там, значит, там и Киви, там, значит, всякие там, и что еще там, там, WebMoney. Ну и, конечно, основное это вот Сбербанка, карточка. Это все под этими видео, все там указано. Поэтому не поленитесь, откройте, посмотрите, скопируйте себе, сохраните обязательно информацию эту. Вот, и по возможности передайте вашим друзьям, знакомым, в рассылки ваши включите. Это очень важно. Почему еще сейчас тоже в таком волнении, таком, давно уже не издавал я, я один раз только издавал сборник статей, в этот раз молюсь об издании сборника, нового сборника статей, посвященных как раз и реформации, вот, столетию обновленчества, вот, и материалы, которые я подготовил, это и мои статьи, и статьи наших священнослужителей некоторых, и я, кстати, буду просить еще, чтобы наши некоторые священнослужители участвовали посильно также в этом своими материалами. Вот. И да, будет собор, и на соборе уже об этом более детально поговорим в августе месяце уже. Потому что я планирую и в августе быть тоже в Киеве у нас и проводить собор 19 августа, Преображение Господне. Вот. И как раз будем проводить собор. Сейчас я уточню. 19 августа в этом году, какой это будет день недели у нас, так, а это июль, август, а воскресенье, кстати, это будет 1 июля уже, интересно, нет, а нет, нет, извиняюсь, 8 июля будет уже, получается, да, 19 августа, воскресенье будет, еще и проще будет, выходной день как раз, и можно будет собраться нам. Дело в том, что на Преображенский собор мы как-то собирались уже давно, я уже даже не помню, в каком году, в 12-м, что ли, в каком-то году мы собирались на Преображенский собор, и очень такая хорошая тема как раз, Преображение Господне. Хорошая тема преображения церкви, преображения жизни верующего. Вот, об этом и поговорим как раз. И об издании. Если вы в Киеве или в Киевской области, то свяжитесь со мной. Вот, ну, в социальных сетях я выставлю информацию, особенно на Фейсбуке. А пока здесь, вот я в других социальных сетях также русских буду выставлять информацию. А в Украине в основном я буду работать на Фейсбук, потому что там, значит, основная моя страница. И в Украине, значит, можно и пользоваться так свободно. Хорошо, друзья,
благословляю всех вас. Ну и вот я уже сказал анонсом, да, 19 августа, воскресенье. Уточнил, собор будем проводить у нас в Киеве, в нашей Киевской архиепископии. Так что до встречи в Киеве. Ну а кто не сможет быть, то, ну, надеюсь, технически получится у меня делать трансляции, прямые трансляции. Если нет, то тогда уже в записи уже посмотрите, господа. Благословляю всех вас. А наипаче, в этом слове я уже говорил, вот есть такое слово, вот, ну как братство, да, у нас братство, братство. Вот, потому что сейчас модно партнерам говорить, партнерство. Это хорошее слово, но мне больше нравится слово братство. Церковь, действительно, она строится не просто на партнерстве, а на братстве. Вот, это правда. Пусть Бог благословит всех вас во имя Господа Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь. Из города Тулы, с парка, вот, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев. Реформаторская православная церковь Христа Спасителя, Киевская архиепископия. Мир всем вам. Шалом. Аллилуйя.